А Ну, он очень инкаста страшно. уже. 5 инкаста Какая уже. разница, если ты выждал момент, когда ты кинешь метеор? Или, допустим, уже если, ну, мы сыгранная пати, да, группа, то уже просто подстраиваешься танка. Вот если мы уже задали точку, где будет стяжка, и там народ, и реально есть, и мы успеваем туда, то маги уже должны успевать метеориты кидать. И помните, мы еще когда стартовали играть, мы, в принципе, успевали, бывало, моменты, когда кидать метеоры в то место, куда у нас была стяжка. Плюс еще, когда танк врывается, делает стяжку, у него вся толпа оказывается позади него. Еще откидывается назад, получается. Не в него, а назад все отлетают на стяжку. А танк оказывается чуть-чуть впереди. Тут нужно просто предокониться. И вот после этого метеорита, просто хватит там двух одного метеорита, чтобы народ упал. И вот эти шаровые молнии сразу выпускать. Бля, это вообще жопа будет. А лучше вот этот скилл, который умер на хилом, он замедлит их и туда всякой гадости насувать. Как вот Райзен, вертексы в прошлый раз там делали. Они Неожиданный интересно огонь. делали, да? Танк в клетку ставит, да, после стяжки. И туда заливают шаровые эти молнии. Ну И так и надо. все. То есть, ну, сверху. Как они сделали, да, красиво? Так оно так и должно. Залетаешь, прожимаешь, и потом даже силовой барьер можно поставить, чтобы они же вылезли. Ревень сколько до АПа осталось? До 54-го много еще 60%. Почему не качаешься? Да я вот сегодня должен был уехать в командировку. Перенесли на вторник на среду. Что буду качаться. Вот прям сейчас бы взяли бы и пошли. Мерлом магом, да? Да не, я там на работу уйду.